В этом году впервые, мне кажется, на форуме обсуждали не только юридические темы, а еще и была затронута тема экономики, одной, наверное, из самых важных тем вообще во всем мире. Расскажите подробнее. Мы много говорили о проблемах управления частным капиталом и о том, каков инвестиционный потенциал населения на российском рынке. В настоящее время более 8 триллионов рублей население хранится просто в виде наличных денежных средств. Еще 24 триллиона рублей размещены на текущих счетах и депозитных счетах в коммерческих банках. И все это колоссальные возможности для направления этих средств в инвестиции в реальную экономику. Мы много говорили о том, какой инструментарий должен быть создан для того, чтобы эти средства были с консервативных видов размещения, сбережения в виде либо денег под подушкой, либо на счетах в коммерческих банках, переведены в инвестиционные инструменты. В частности, активно развивается рынок недвижимости, и изменяющаяся модель поведения населения, то поколение молодых людей, они все меньше и меньше склонны проживать на одном и том же самом месте, а при этом в настоящее время в России этот рынок только-только начинает развиваться, рынок недвижимости профессионально управляемый, но при этом арендного характера. Развитие этого рынка ставит задачи перед законотворчеством.